Муромские полицейские подвели итоги работы за неделю первые три квартала 2016 года. В административной практике за отчетный период за мелких хулиганов было привлечено 4 человека, за появление в пьяном виде и распитие спиртных напитков составлено 189 протоколов, за нарушение правил дорожного движения привлечено 446 водителей, при этом 9 водителей управляют транспортом в состоянии алкогольного опьянения. За минувшую неделю было возбуждено 2 уголовных дела по факту сбыта фальшивых купюр, одна из которых была обнаружена в Сбербанке, вторая в Московском индустриальном банке. Также зафиксировано 2 кражи велосипедов из подъездов. Проводится проверка.